Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад еще раз всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией, есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз присутствует на нашем обзоре, вкратце повторю план, то, что мы обычно с вами рассматриваем. Обзор у нас уходит два раза в день, с утра в 8:45 и в 13:30 по Москве, соответственно, где уже на утренних обзорах мы с вами разбираем ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода новостей важных, статистики, отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие открытые позиции по инструментам. Что касаемо дневного обзора, то есть мы уже смотрим влияние европейской сессии. Также рассматриваем возможности для входа в позиции, если у нас условия выполняются, которые мы намечаем обычно с вами на утренних обзорах, мы по нашим условиям уже открываем позиции, расставляем цели, приоритеты. Ну и также на текущий момент смотрим, мониторим рынок и позиции наши открытые по инструментам. Так, что у нас, вижу, народ постепенно подключается. Так, пока два комментария, да, ну вижу положительное, да, что уже можно сказать, что все нормально, да, со звуком, с изображением. Так, ладно, давайте тогда начнем, и начнем мы с евро-доллара. Посмотрим, да, то есть, опять же, сегодня видим, что если рассматривать техническую картину, евро-доллар у нас двигается абсолютно разнонаправленно, движение, динамика, и такой вот тоже момент важный, да, сегодня как раз вот, ну, буквально, наверное, перед нашим обзором выходила статистика по индексу инфляции. Вот, цифры в итоге вышли хуже ожиданий. Вот, и видим, что вот она краткосрочная такая реакция. Конечно, какой-то сильной динамики мы не увидели, но есть такие вот краткосрочные последствия. Поэтому у нас сейчас, да, наблюдаем за постепенным движение вниз, то есть у нас есть с вами цели, да, то есть есть условия, продажи у нас актуальны, были они актуальны после пробития зоны 71.0777, да, то есть первая цель у нас была достигнута вчера, вот сегодня был возврат к ней и далее наблюдаем постепенно движение вниз, ждем сейчас уже, да, для того, чтобы также была возможность рассматривать продажи, ждем открытия Америки, динамики и самое главное, то есть если у нас цена сможет уйти ниже границы 0.672, то есть ниже вот этих вот минимумов, да, которые у нас были образованы уже сегодня, вот, обновить сегодняшний минимум, то в этом случае уже рассматриваем движение, то есть у нас цель 0.6 ровно и промежуточная граница, промежуточная цель наша 1.0632 достижение. Вот, поэтому здесь мы уже будем с вами внимательны. Ну, буквально осталось совсем немного для того, чтобы увидеть большую динамику, да, и для возможностей, да, захода позиции в ту же краткосрочную, вполне можем увидеть повторение вчерашней ситуации, да, что когда у нас на американской сессии в принципе идет неплохая динамика, да, направленное движение в сторону как раз таки снижения, да, и уже достижение наших очередных зон. Вот на текущий момент у нас мы видим, что был сформирован недавно в начале недели, да, был сформирован максимум от границы 1.09, да, у нас здесь хай был. Дальше, собственно, развернулись, пошли вниз в итоге и до сих пор формируемся по
пока вот сегодня видим, что ну, еще до конца не ясна ситуация, что нам ожидать. В общем, какая у нас будет по факту сформирована дневная свеча. Ну, впереди половина, еще половина дня, а далее уже в понедельник мы, конечно, с вами уже посмотрим. Если все-таки мы на этой неделе сможем зафиксироваться ниже зоны, зоны 1.07, да, то это уже будет нам таком, на такой намек, да, на продолжение падения данной валютной пары и движение уже более того ниже зоны 1.06 с возможным пробитием и достижением важной зоны 1.05, зона поддержки. Ранее мы видим, отсюда был образован у нас очередной минимум среднесрочный. Пока видим, что вектор у нас движения есть определенный, да, то есть мы можем даже примерно поставить там зону, где мы будем наблюдать за продолжением. Посмотрим, будет ли подтверждение в дальнейшем данного вектора. То есть, если вектор будет подтвержден, ну тогда зона 1.06, да, то есть отсюда будем рассматривать, возможно, разворот, опять же, именно в сторону продолжение роста, да, то есть восходящего тренда. Сейчас вот мы видим, что у нас формируется на том дневном таймфрейме вот у нас восходящее движение. И еще, конечно, один такой важный момент, фундаментальная картина, да, то есть здесь мы уже будем уже на следующей неделе смотреть важные события. Одно из важных событий у нас, конечно же, это очередной non-farm payrolls. Америка, да, то есть у нас будут выходить данные, мартовские показатели, что опять же может дать динамику и, соответственно, там, скажем, задать недельный, следующий, там, через неделю получается, да, то есть настрой уже участников, инвесторов там, по отношению к американскому доллару, да, к валюте, то есть либо это будет позитивный настрой, да, то есть мы неделю сможем увидеть рост и на этом росте, естественно, тоже с вами постараться заработать. Либо будет продолжение картины, которую мы уже наблюдаем несколько месяцев, да, общее такое ослабление, общая слабость американской валюты. Когда у нас есть такие вот небольшие проблески, да, такие однодневные укрепления американца. Но в общем целом, конечно же, видим, что есть определенная слабость. Но при этом, конечно же, помимо слабости американской валюты, также есть давление и на национальные валюты. И тот же евро находится под давлением, да, и другие нацвалюты, потому что существуют свои, да, там внутренние какие-то проблемы, внешние факторы, которые влияют и оказывают давление на нацвалюты. Да, тот же евро сейчас под давлением, да, то есть, опять же, денежно-кредитная политика, да, пока неизвестно, будут ли в этом году повышать процентную ставку, ужесточать денежную политику. Да, неизвестно по сокращению, сворачиванию программы, да, количественного смягчения. Тоже все достаточно непонятно. Вот, внешние факторы, да, то есть опять же выход Британии из Евросоюза, это тоже, конечно же, негативный эффект для евро, и непонятно, какие будут в дальнейшем условия согласования и так далее. Вот, все это создает давление, поэтому мы видим, помимо ну, такого вот краткосрочного укрепления американской валюты, да, однодневного, плюс ослабления нацвалюты, если бы у нас в этот период укреплялся бы американский доллар, да, то тогда бы мы увидели двойной эффект и уже бы оказались где-нибудь на уровне 1.05, и более того, у нас бы среднесрочная перспектива, да, то есть мы бы смогли обновить вот этот вот локальный минимум, то есть зона 1.0350, о которой мы говорили. В общем целом, да, то есть опять же ожидания на 2017 год мы с вами не говорили, они остаются абсолютно. Зона 1 ровно,
Да, ждем постепенно. Ну, опять же, уже, я думаю, второе полугодие как раз-таки уже ближе к сентябрю, октябрю. То есть будем уже рассматривать, да, вот как раз-таки движение сюда, к этой зоне. Вот, там уже у нас уже будут известны, опять же, результаты по выборам, да, то есть сейчас выборы во Франции, да, там в Германии у нас дальше выборы будут, уже будут известны результаты там по первоначальным каким-то договоренностям, да, то есть в отношении Британии, Евросоюза, Brexit, который тоже, собственно, повлияет. Что касаемо внешних факторов, это, соответственно, Америка, денежно-кредитная политика, да, то есть повышение процентных ставок дальнейших, плюс реформы, да, то есть налоговая реформа, реформа здравоохранения, то есть это уже ситуация, я думаю, прояснится и уже будут динамика хорошая, да, уже появятся какие-то среднесрочные перспективы трендов движений. Вот, ну и думаю, что как раз уже в тот период мы увидим как раз к движение к целевому нашему уровню, там до конца 2017 года будем ожидать. Вот такой момент. Сейчас пока ситуация затормозилась, если смотреть так же, да, там среднесрочно. И прежде всего затормозилась она по факту ослабления американской валюты. Вот и все. Так, далее. Что касается британского фунта, мы видим, что британский фунт у нас продолжает двигаться. Ну, опять же, разнонаправленные движения. У нас с вами есть условия по покупкам, по продажам. Продажи у нас ждем пробития зоны 1.24 граница. Сегодня у нас вот, опять же, тоже была статистика. Фунт у нас немного ослабился, так как показатель вышел хуже прогноза. Один из показателей, вот у нас предыдущая 4-часовка нам показала. И сейчас ждем открытия Америки, если цена у нас может обновить прошлый минимум, пробить зону 24. Здесь уже будем рассматривать продолжение снижения и продажи. Ближайшие цели 23.13, 22.62. У нас будут рассматривать сейчас, пока мы находимся в ожиданиях. Что касаемо покупок, возможно продолжение роста, пробитие зоны 25 ровно и закрепление цены выше данной границы. Здесь уже как раз условия для рассмотрения покупок и цель, соответственно, 26.55. Далее, что касаемо франка швейцарского, видим, что швейцарский франк у нас сегодня, так же как и евро, аналогичное движение, то есть разнонаправленно, тестируем зону 1 ровно. Ждем открытия Америки, я вам говорил, да, сегодня с утра, что доллар-франк у нас динамичен, более динамичен, да, и действует, двигается однонаправленно уже, когда открывается американская сессия. Поэтому сегодня также не исключение, ждем американской сессии, и самое главное, для продолжения покупок мы ждем, когда цена пробьет и зафиксируется выше зоны 1 ровно. Цель ближайшая — это 1.0050, ну и далее уже, если вдруг мы начнем двигаться дальше, то есть пробьем зону 1.0050, здесь у нас уже будет цели далее 1.0079, 1.0106 рассматриваться. Вот, ну это скорее всего уже на следующей неделе мы будем смотреть. Возможно, сейчас у нас идет процесс формирования очередного максимума. Где-то на 4 часовке мы обновили два предыдущих максимума, да, то есть это говорит о том, что сейчас идет смена, да, смена строений, все-таки появляется возможность, да, для там дальнейших движений, да, и до дальнейших покупок. Посмотрим. Пока вот видим, что с точки зрения технической картины у нас идет рост, да, и, ну, соответственно, выполнение наших там условий, ближайших целей по покупкам.
Далее, японская иена. Видим, что японская иена у нас сегодня укрепляется против американца. И по факту на 4 часовке, да, у нас образован очередной максимум. Корректируемся вниз. Ждем коррекции с утра, мы об этом говорили, разворота. Ждем сформирования очередного минимума. И на развороте уже рассматривать будем покупки, продолжение роста. Вот, опять же, разворот может быть от зоны 111.62, да, то есть уже с движением наверх, либо, соответственно, 111, да, то есть, опять же, если сегодня американский доллар будет ослабляться в свою сессию, то тогда, то есть мы можем увидеть 111, ну и отсюда, опять же, образование очередного минимума на 4 часовке, и на развороте в любом случае мы с вами рассматриваем покупки, ну и закрытие уже там наших среднесрочных продаж, которые есть, если они есть, да, вот у меня есть среднесрочная продажа, поэтому здесь я уже буду рассматривать на минимуме закрытие и сразу же открытие покупки. Соответственно, ближайшие цели у нас с вами по покупкам 112.06, 112.30, 112.69. Далее уже после пробития вот данной зоны 112.69, закреплением выше, рассмотрим продолжение роста, продолжение покупок. Границы 113.23, 113.92, 114.25 и конечная зона, это граница 114.76. Важная зона у нас отсюда как раз был образован очередной среднесрочный максимум, то есть тестируется на эту границу, видим на дневке, да, пытались мы выйти выше, но в итоге по факту развернулись, ушли вниз и ушли достаточно глубоко, да, обновляя предыдущие среднесрочные минимумы, то есть, и в итоге вернулись к зоне 110.63. Вот сейчас видим, что опять же мы минимум среднесрочно образовали, да, то есть идет разворот, ну и ждем дальнейшего движения. То есть самое главное, у нас с вами условия есть, условия у нас здесь, несколько достижения там наших условий именно по зонам, да, а сколько именно по развороту, то есть образование очередного минимума на 4 часовке. Вот, будем смотреть, ждем открытия Америки. И далее уже рассматривать покупки. Что касаемо доллар-канадца, ситуация не меняется. Видим, что доллар-канадец сегодня двигается постепенно у нас к нашему верхнему диапазону, уровню 33.88. Разноправленное абсолютно движение видим. И пока мы находимся вне рынка по данному инструменту, ждем выхода из данного диапазона. Условия по покупкам, по продажам у нас есть. Да, что касаемо покупок, ждем пробития зоны 33.88, закрепление выше данного уровня границы. И покупки рассматриваем, ближайшая цель 34.55. Вот отсюда уже, если мы пробиваем границу 34.55, ну тут уже ждем возврат к зоне 35.30 и к предыдущему среднесрочному максимуму. Вот плюс. Рассматриваем также внешний фактор, который влияет на курс канадца, прежде всего, это рынок черного золота. Вот. Следим, также сегодня будет статистика по рынку черного золота, который коснется, в общем-то, рынка черного золота. Вот. Сегодня будет объявлена нам цифра по количеству буровых установок нефтяных платформ в США. Вот, который, конечно, повлияет на ситуацию, да, то есть на курс. И также повлияет ситуацию канадца. То же самое. Плюс у нас по Канаде сегодня, по-моему, данные по ВВП, тоже такой важный момент, который может внести коррекцию, да, по данному инструменту. И вполне там во второй половине дня уже с открытием Америки может ситуация кардинально измениться. Вот именно краткосрочно внутри дня. То есть, опять же, те же самые будут разноправленные движения, все в том же диапазоне мы будем двигаться.
Вот, поэтому ждем, и уже что касаемо доллар, канадца, там, оставляем уже на следующую неделю. С понедельника будем смотреть. Далее. Австралиец, да, с долларом. Сегодня мы во флете двигаемся. Постоянно тестируем границу 76.44. Идут попытки пробития данной зоны. Здесь уже ждем открытие Америки, да, то есть больше динамики и фактического пробития, если у нас цена сможет зафиксироваться ниже 76.44, отсюда уже рассматриваем продажи, цель у нас ближайшая 76 ровно, возврат к предыдущему минимуму, далее пробитие ждем и следующая зона, следующая цель — это граница 75.58. Движение и австралийца, конечно, нужно ждать уже на снижение дальнейшей продажи. Вот единственное, что сейчас, да, скажем, тормозит дальнейшее снижение австралийца, да, это повышение цен на сырьевые товары, которые добываются, сырьевые ресурсы добываются в Австралии, прежде всего это железная руда, которая, опять же, периодами растет в цене, да, и положительно сказывается на австралийце. Ну и, конечно же, второй фактор — это общая слабость все-таки американской валюты тоже сказывается. Поэтому есть вот такие вот движения, причем все равно уклон мы видим нисходящий, да, сейчас у нас формируется очередной максимум. Посмотрим сегодня, завтра, вернее, в понедельник, да, у нас сегодня же пятница, вот, и уже в понедельник, во вторник уже будет ситуация более понятная, плюс ждем, конечно же, самое главное, у нас, по-моему, даже на следующей неделе будет заседание Резервного банка Австралии, и ждем информацию по денежно-кредитной политике будущей. Вот, там уже можно ожидать все-таки уже такого серьезного все-таки импульса, да, и возможно это будет такой вот импульс в сторону дальнейшего снижения. Вот, потому что были определенные сделаны заявления, да, того же главы Резервного банка Австралии, да, то есть пожелание, можно сказать, участникам рынка, да, то есть инвесторам, экспортерам. Вот, для того, чтобы ослабить валюту, да, и валюта сейчас, конечно, находится в переоцененном состоянии. Вот, конечно, переоцененная валюта, она всегда негативно влияет на дальнейшее экономическое развитие, на темпы экономики. Поэтому будем смотреть за дальнейшими манипуляциями, и уже думаю, что продавцы должны выйти вперед. Далее, новозеландский доллар. Видим, что потихоньку, небольшими темпами, да, то есть снижается. Идем мы к нашим зонам, целям заявленным. 69.62 первая цель, далее, собственно, 69.20 и конечная зона 68.90. Что касаемо уверенных продаж, ждем пробития зоны 69.62, то есть закрепление ниже границы, и здесь уже можно спокойно ждать возврат к нашим локальным минимумам, к зоне 68.90, и брать, конечно, такую вот краткосрочную цель себе первоначально. А в дальнейшем посмотрим, как цена себя поведет у этой важной границы поддержки. Если будут попытки пробития, будем ждать пробития закрепления главной цены ниже данной зоны, обновления минимума. То есть это уже будет прецедент к дальнейшему возможному снижению данной валютной паре. Вот, пока есть, ну, вот, у меня продажи есть актуальные, буду ожидать движения уже к моему take профиту. Далее, что касаемо золота, сегодня практически без движений, стоим на одном месте по факту, и сейчас у нас идет процесс образования минимума очередного,
На 4-часовке золото у нас находится в коррекции от нашего восходящего тренда, который есть, ну, краткосрочно видим, что золото у нас ослабилось, но это, опять же, не повод паниковать, да, и думать о том, что золото у нас дальше пойдет на снижение. Нет, пока это рост, да, и золото у нас воспринимается как актив убежища, да, спасения от неприятностей различных, да, то есть от паники, от неопределенности глобальной. Вот, поэтому пока, конечно, больше пользуется спросом у участников рынка. Здесь уже смотрим, ждем образования очередного минимума и рассматриваем покупки. Ну, покупки, опять же, с моей точки зрения, будут более актуальны после пробития зоны 1244.16, после того, как цена у нас может зафиксироваться выше, образовать минимум на 4-часовке и покупки. Здесь уже первоначальная цель у нас будет 1252.49, и уже после пробития данной границы с выходом выше, здесь уже будем наблюдать движение к нашей конечной зоне, это 1263.52 и возврат к предыдущему среднесрочному максимуму. Вот таким образом. Ну, опять же, что касаемо золота, здесь уже ждем следующую неделю. Так, ну и последний инструмент на сегодня. Видим, пара доллар-рубль. Сегодня и вот буквально, да, последнее время, час-два, наверное, да, у нас, видим, идет коррекция. Рубль у нас ослабляется. Идем наверх. Сейчас идет процесс формирования, образования возможного минимума. Хотя ситуация может поменяться, да, там в ближайший час, к примеру, вполне. И видим, что, ну, вот были попытки уже сегодня, да, достичь нашу очередную зону цель 55-65 по продажам. Вот. Ну и в связи с тем, что видим, что идет разворот наверх, динамика, причем для доллара-рубля, да, это достаточно неплохая динамика, потому что видим, что здесь, ну, ликвидность есть, да, но опять же динамика слабовата, поэтому тут уже вот такие вот движения малейшие, да, уже вызывают, ну, можно сказать, панику, да, и там закрытие тех же позиций силовых, плюс, конечно же, если мы говорим еще и о спреде, да, который здесь гораздо больше, чем на тех же основных валютных парах, да, поэтому тут вот нужно стараться уже рассматривать, если есть позиция, есть в плюсе, да, вот такие движения уже краткосрочно закрывать позиции, ну и далее у нас ждать очередной разворот, то есть образование максимума, конец коррекции, которая сейчас назревает, вот, и уже на развороте опять же ориентироваться на продажу, потому что есть у нас нисходящий тренд среднесрочный, да, перспектива, видим, что постоянно обновляем минимум. Вот. Ну и ждем, в общем, понедельника, новой недели, открытия. Посмотрим дальнейшие перспективы. Вот. На сегодня у меня все. Хочу пожелать всем удачи, хорошего настроения, хороших выходных. И в понедельник с вами встречаемся в 8:45. Как раз посмотрим, что у нас произошло за американскую сессию. Ну и рассмотрим дальнейшие перспективы. Со всеми прощаюсь, всего доброго и до скорой встречи.